Владимирской области выявили 19 случаев заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было 13. В больнице с тяжелой формой заболевания попали 7 человек. Накануне госпитализировали одного жителя области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 152 556. В лидерах по заражениям город Владимир, 6 заболевших за сутки. 4 новых случая выявили в Гусь-Хрустальном, 3 зараженных в Кольчугинском районе. За сутки в регионе 1 человек скончался от ковида. Общее количество погибших за все время пандемии – 3495. Число выздоровевших за сутки – 19. Всего болезнь победили 148 785 жителей области. Утром 20 июля водитель автобуса 12 маршрута спровоцировал аварию на улице Мостостроевской. По официальным данным дорожной полиции, он не выбрал безопасную скорость для движения, в результате чего столкнулись сразу 4 транспортных средства. Первый удар пришелся в «Газель», после чего грузовой автомобиль врезался в легковую «Шкоду» и в фуру «ДАВ» с полуприцепом. Пострадали сразу несколько человек. В результате данного автопроисшествия водитель автобуса и водитель автомашины «ГАЗ» получили телесные повреждения. Также телесные повреждения получили 3 пассажиров автобуса. Всем участникам ДТП была оказана медицинская помощь на месте, рекомендовано амбулаторное лечение. 19 июня на улице Горького поздно вечером в аварию попал мотоциклист. По предварительной информации ГИБДД, около 10 вечера на пересечении с проспектом Строителей водитель автомобиля «Киа» при повороте налево столкнулся с мотоциклом «Сузуки». В результате данного автопроисшествия пострадал пассажир, девушка, мотоцикла, которая получила незначительные телесные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь на месте и рекомендовано амбулаторное лечение. В деревне под Гусь-Хрустальным подростки на болотоходе устроили гонки с полицией. Видео погони появилось в соцсетях. Болотоход движется по деревенской дороге, ему преграждает путь УАЗик дорожных патрульных. Габаритный вездеход в попытке объехать полицейских делает крутой вираж. Машина едва не завалилась на бок. В этот момент из кузова вылетает на землю пассажир, после чего завязывается погоня. Как сообщают в УМВД области, водители и пассажиры болотохода оказались подростками. Они несколько раз проигнорировали требования остановиться и попытались скрыться в лесном массиве. Инцидент произошел вечером 17 июля в деревне Демидово Гусь-Хрустального района. На данный момент все лица, участвующие в погоне, уже установлены. Назначено административное расследование. В настоящее время в рамках проводимого административного расследования решается вопрос о привлечении 16-летнего водителя болотохода к административной ответственности. В связи с допущенными несовершеннолетними нарушениями сотрудниками полиции также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности их родителей и законных представителей по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Жильцы дома на улице Горького беспокоятся, что потеряют двор из-за стройки под окнами. Ограждение строительной территории держится на честном слове. Земля вокруг котлована осыпается, как во время землетрясения, негодуют местные жители. По соседству возводят 10-этажный дом. Когда началось строительство подземного паркинга, обрушился грунт. Вскоре упала и часть забора. Строители попытались поставить новое ограждение, но уже во дворе жилого дома, говорят люди. Они уверены, что строительная компания захватила их придомовую территорию. Застройщик предлагает нам свой забор перенести на нашу территорию. Мы не понимаем, как нельзя было проектной документации при строительстве предусмотреть, что этот забор либо упадет, и как вообще копка котлована велась, что забор упал. То есть это предусмотрено, видимо, проектом, что забор должен был упасть. Такого быть не должно. И заходить на нашу территорию они не имеют права. Они стали копать прямо вдоль забора, что в итоге этот забор просто упал на нашу территорию. Соответственно, мы вышли, возмущались, то есть у нас здесь были подкопы вот эти, вышли, возмущались. Нас они просто не слышат. Они просто стали заниматься самодеятельностью. У нас здесь стоял трактор, вот здесь они стали забор переставлять. Екатерина Немова живет в этом доме почти 50 лет. Женщина рассказывает, что до начала строительства во дворе была большая зеленая зона отдыха. Гуляли мамы с колясками, старики стучали в домино. На месте котлована под паркинг располагалась спортплощадка с хоккейной коробкой. Вот этот двор был предметом зависти близ лежащих всех микрорайонов. Потому что летом здесь играли в футбол. Все, и взрослые, и дети. Зимой здесь заливался каток бесплатный.
Катались мы с детьми, катались наши дети. Теперь во дворе грязно, со стройки летят мусор и пыль, а самое главное – небезопасно. Чтобы решить эту проблему, жильцы написали заявление в прокуратуру. Сейчас ждут ответа. Ранее обращались в администрацию Октябрьского района и инспекцию государственного строительного надзора. По словам жителей, строительная фирма не спешит устранять нарушения. Стройконтроль у нас был, он сам присутствовал здесь. Да, он сказал, что это идет нарушение с их стороны. То есть, как бы, и они предложили им, что либо они договариваются с жителями нашего дома, либо они устраняют. Оказывается, мы стали выяснять, что никакого предписания у них нет. У них есть предостережение. То есть решите этот вопрос. От безысходности местные жители отправились на стройку в сопровождении нашей съемочной группы. Ворота были открыты. Руководство фирмы на месте не оказалось. Охранник позвонил прорабу. Тот вышел и попросил нас покинуть строительную площадку. Ответить на наши вопросы, почему на стройке обрушился грунт и упал забор, он не смог. Скажите, почему у вас обвалился грунт и вы не ставите забор заново? Это же небезопасно. У вас стройка не огорожена, у вас забор обвалился, и вы на место его не ставите. В опасной зоне покиньте строительную площадку. А вы понимаете, что вы подвергаете опасности жителей, которые живут напротив, и там обвалился забор? Туда может кто-то упасть, свалиться. Спасибо, всего доброго. Прораб отказался от интервью с нами за периметром. Как только мы вышли за ворота, вход на стройку закрыли. Тогда мы попытались пообщаться с рабочими, которые строят подземный паркинг. Подойти к ним не составляет труда, ведь забора нет. Общаться с нами строители не хотят, ставить новый забор, видимо, тоже. На его месте ставят вот такие поддоны. Находиться во дворе дома номер 60 по улице Горького небезопасно. Раз до строителей не достучаться, жители отправились в офис компании-застройщика. На вопрос, почему на стройке земля уходит из-под ног так, что валятся заборы, не смог ответить даже учредитель фирмы. Однако факт обрушения грунта подтвердил. Да, часть насыпного грунта, там, ну, видимо, строительный мусор, который еще был использован при строительстве вашего, может быть, дома, вот, да, и он действительно сполз порядка 35 сантиметров. Кто виноват конкретно в оползновении этого грунта на этой территории, я не могу сказать достоверно. Если вы хотите, чтобы я вам назвал лицо, кто в этом виновен. Возможно, это силы природы, я не знаю, все что угодно. Мы приехали задать вам вопрос, вы сказали, что так получилось. Ну, как бы мы ответ получили, больше у нас вопросов-то никаких как бы и нет. Так получилось, вот так вот произошло. Так ведется строительство. Вот и все. Без факторов, которые привела к этому. Нарушение в ведении строительства застройщик обещает исправить. Более того, учредитель предлагает благоустроить территорию дома номер 60 так, как хотят сами жильцы. У нас было предложение там арендовать эту часть земельного участка, всеми возможными способами компенсировать неудобства жителей, они категорически против. Я так понимаю, что форма управления у них управляющая компания, юридически у них нет никакой возможности, как они говорят, получить компенсацию за это, получить аренду и так далее. Ну и нет какого-то там единого мнения среди собственников жилья, потому что они не организованы. По словам руководителей строительной фирмы, в целях безопасности забор появится в ближайшее время. Намерения учредителей подтвердили в мэрии. Забор застройщик установит. В своих границах земельный участок придомовой дома на улице Горького не затронут. Найдено решение, которое позволит восстановить ограждение строительной площадки, не касаясь придомового земельного участка. В день приезда нашей съемочной группы строители действительно установили необходимые ограждения. Объект закрыли рабицей взамен палетом. Ограждение будете сделать сейчас? Да. А какое ограждение? Вот сеткой. Как говорит застройщик, сетка рабица мера временная. Через пару недель стройку закроет надежный высокий забор. Сдержат ли свое слово представители компании-застройщика? Мы проследим за этим. Евгений Павлов, Руслан Павлухин, 6 канал. Администрация Суздальского района отреагировала на репортаж 6 канала о разрушенном храме в селе Суворотское. Богослужение тут не проходит почти 100 лет. Напомним, ранее мы рассказывали, как жители села Суворотское своими силами пытаются восстановить церковь. Она была построена в честь святых мучеников Флоры и Лавры в конце 19 века. Здание признано объектом культурного значения и находится в собственности государства. Он, коль принадлежит государству, так забудьте государство о своей собственности-то. Ведь без хозяина дом сирота, он рушится. Он рушится. Епархии он тоже не принадлежит, потому что не стоит на балансе. Силами местных жителей на реконструкцию храма собрано 170 тысяч рублей. Закуплены первые стройматериалы, кирпичи, установлена входная дверь. Проект по восстановлению стоит 1,5 миллиона рублей, говорят селяне. Об этом они уже проконсультировались с проектировщиком и архитектором. Те обещали помогать консультациями. Перед началом строительных работ на территории церкви верующие провели субботник. Однако в администрации Суздальского района утверждают, что ремонт и строительство храма возможно лишь с разрешения государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.
наследие области. Даже техника и стройматериалы на проведение работ могут быть выбраны только по проектно-сметной документации. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области осуществляет выдачу разрешений на работы по сохранению объекта культурного наследия и надзор за сохранностью объекта. Здание церкви является государственной собственностью Владимирской области, находится в оперативном управлении Госцентра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия. Использовать муниципальные деньги на восстановление памятника регионального значения невозможно, уверяют в районной администрации, а вот привлечь меценатов местным властям под силу. Кроме того, чиновники готовы помочь своим жителям в подготовке необходимых документов в профильное ведомство. Администрация Суздальского района готова оказать посильную помощь в сохранении и популяризации данного объекта культурного наследия, а также обратиться с просьбой содействия в восстановлении храма к руководителям сельскохозяйственных предприятий, расположенных поблизости. Муниципалитет может помочь в составлении предварительного плана противоаварийных работ на здании храма и его территории, в оформлении заявления и документов для получения разрешения на проведение спасательных работ в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области. Очевидно, что теперь сирианам стоит обратиться в районную администрацию, раз уж чиновники пообещали помочь. А мы проследим за развитием этой истории. Евгений Павлов, 6 канал. Ночью в Юрьев-Польском загорелся частный жилой дом. На место выехали спасатели. Сообщение о пожаре было поздним, поэтому к приезду спасателей кровлю охватил открытый огонь. Пожарные ликвидировали горение на общей площади 96 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 6 спасателей. Дознаватель устанавливает причину пожара. За этот год во Владимире украли более 30 велосипедов. Об этой со ссылкой на полицейских сообщают городские власти. Причиненный материальный ущерб превысил 500 тысяч рублей. Раскрыто 18 преступлений. Задержано более 20 злоумышленников. Сотрудники полиции напоминают, что для парковки велосипеда стоит выбирать хорошо освещенные места вблизи зданий с камерами видеонаблюдения. Не оставлять велотранспорт в подъездах жилых домов, а также не пристегнутыми у магазинов. 190 жителей Владимира лишились света из-за долгов. Сумма их задолженности составила 6 миллионов 800 тысяч рублей. Владимирский филиал «Энергосбыт Плюс» отключил от сети жителей, которые не оплачивали счета, более 2 месяцев. Все они получили уведомление об отключении. Общая задолженность за свет составляет почти 140 миллионов рублей, а за тепловую энергию чуть больше 600 миллионов рублей. Энергетики отмечают, что подобные меры на должников оказывают серьезное воздействие. После отключений около 40% долгов погашались. Есть и те, кто подключался к сети самовольно. В ходе проверки было выявлено 56 нарушителей. Им грозит штраф до 15 тысяч рублей. Во Владимире на Арпенском проезде дорожники направили основные силы на строительство моста, сообщили в транспортном департаменте. В этом году планируется полностью выполнить работы по устройству опор путепровода и монтажу металлических пролетных строений. Работы ведутся одновременно на нескольких участках. Перед будущим мостом уже уложен первый слой асфальтобетонного покрытия. 3 из 4 участков тепловых сетей переустроены. В ведомстве напомнили, что в этом году на строительство моста выделено 610 миллионов рублей, 604 из них – федеральные средства. 24 июля в загородном парке в 12:00 состоится татаро-башкирский народный праздник «Владимирский Сабантуй-2022». В этом году на праздник приедут гости из Республики Татарстан. Более 100 человек – мастера искусств, которые подготовили большой концерт. В программу праздника включены народная борьба на поясах и поднятие гирь. Кроме того, гости смогут попробовать забраться на 15-метровый столб, чтобы получить приз. Найдутся и более спокойные занятия – кулинарные мастер-классы, обучение вышивке, кожевенному и гончарному делу, а также урок по изготовлению курая – татарского музыкального инструмента. Владимир Киселев провел прием граждан в очном режиме. Жители области задавали вопросы на абсолютно разные темы. Татьяна приехала из Юрьев-Польского района. Ее муж работал лесорубом в тяжелых условиях и попытался добиться досрочной страховой пенсии, но получил отказ из-за недостаточного стажа по этой профессии. По документам должности лесоруба даже не оказалось в штатном расписании. Обращение в суд супружеской паре не помогло. Основной задачей официальных приемов граждан является не просто выслушать, а именно помочь людям в их проблемах. Поэтому Владимир Киселев тут же связался с представителем пенсионного фонда и руководителем департамента лесного хозяйства. К сожалению, из-за различных бюрократических проволочек в течение, наверное, 6 почти лет вопрос не решается. Сегодня мы подключили напрямую связь
представители пенсионного фонда Владимирской области. Я переговорил с руководителем Владимирского департамента лесного хозяйства. В общественной приемной партии «Единая Россия» обсуждался вопрос и о работе ДСУ-3 – предприятия по строительству и ремонту дорог. Председатель транспортного профсоюза Василий Путинцев рассказал первому замсекретаря РЕК отделения партии Владимиру Киселеву, что после изменений структуры строительной компании результаты работы дорожников ухудшились. Строительство, ремонт и благоустройство территории всегда были на особом контроле. Поэтому спикер облпарламента серьезно настроен исправить эту проблему. Ряд жителей с территорий городов районов Владимирской области недовольны работой подразделений ДСУ-3 в тех городах, районах области, в которых они живут. Будем сейчас разговаривать с исполнительной властью, будем разговаривать с губернатором на эту тему и с сотрудниками, которые отвечают непосредственно за работу ДСУ-3. Кроме того, на приеме обсуждался вопрос расселения жителей из сгоревшего жилья. Дом, в котором жил Владимир Тропников, после пожара признан аварийным и подлежит сносу. Это произошло еще в марте 2016 года. Сейчас мужчина живет в муниципальном маневренном фонде. Владимир Киселев пообещал разобраться в этой истории.